Блиц. Что ближе, мир с Украиной или Третья мировая? Мир с Украиной. Что хуже, высокая инфляция или дорогие кредиты? Ну, дорогие кредиты, если выбирать. Кто прав в споре за Вальбрес? Татьяна Букальчук или ее муж? Рамзан Ахматович Кадыров. Кто главный оппозиционер? Ходорковский или Певчих? Российская власть. Она сама себе такой оппозиционер, по сравнению с которыми все, кого то перечислил, или поуехавшие, вообще, то есть второй сорт не брак. Что делать с деньгами? Нести в банк или под подушку? Три-шесть месяцев можно в банк до миллиона четыреста. С вами Мариана Минскер. Вы держите и со мной в студии предприниматель Дмитрий Потапенко. Ну что, начнем с истории вокруг Wildberries. Владислав Бакальчук пока еще супруг, как я понимаю, самой богатой женщины России Татьяны mm -hmm. Бокальчук, она уже Ким, она поменяла фамилию, стал участником вооруженного конфликта. Mm -hmm. Он в сопровождении охраны и нескольких бойцов ММА из Чечни пришел в центральный офис Wildberries. В результате двое погибших, семеро раненых. Вот это что такое? 90-е вернулись? Выглядело это как налет цыган на нововодокачку, потому что это точно не 90-е. И в высочайшей степени... Ну, то есть я не понял, для чего приехали. Потому что... Поговорить. Для... Поговор... Так поговорить не приезжает. То есть если есть разговор, то есть если да есть договоренность о встрече, ты приезжаешь, водитель, охранник, секретарь, все. Ну, договоренности мать. не было, как сказала Татьяна. Если, договор... если договоренности нет, и, соответственно, нужно то есть, противопротивной стороне навязать переговоры. То есть вот мы как-то обсуждали по поводу того, что что такое был пригожинский так называемый мятеж, а я сказал о том, что это силовые переговоры. То есть когда ты понимаешь, что оппонент не берет трубку, а поскольку не берет трубку первое лицо, то ты делаешь такой силовой шаг. А для того, чтобы были переговоры или переговорная позиция, поскольку там принимают участие с одной стороны там, группа Керимова, с другой стороны группа Кадырова, то попросту говоря, ты обращаешься к кураторам, говоришь, ребят, ну, должна быть встреча, эта встреча должна пройти на высоком идее, на политическом уровне, как говорили при советской власти. Где эта встреча должна пройти? Однозначно точно не в офисе, если, соответственно, вторая страна уклоняется от переговоров. Приезжать туда с толпой мужчин, неважно, они ММА или там они э, чемпионы мира по шахматам или по э, синхронному плаванию или там победители каких-то иных олимпиад. Ну это. Для чего? То есть не очень понятно. То есть Хорошо. целеполагания здесь нет никакого. И это точно не рейдерский захват, потому что рейдерят не так. То есть рейдерский захват делается в тиши кабинетов, он делается, в, соответственно, в документарном аспекте, а только потом, ну, максимум кому-то там помнут слегка лицо, но даже в 90-е редко кого, ну, уж тем более доходит до стрельбы. В основном это по-другому все делается. Фундаментально по-другому. Вот смотри, вот как пишут: за Татьяной Бакальчук стоит влиятельный дагестанский миллиардер Сулейман Керимов, mm -hmm. а, как известно, Владислава Бакальчука поддерживает глава Чечни Рамзан Кадыров. Вот чего хотят эти люди и почему именно они поддерживают Бакальчуков? Ну что хотят эти люди? Они хотят, каждый из этих сторон в свое время принимали участие в сопровождении Wildberries. Соответственно, они просто хотят получать с этого дохода. Ну, не доходы, а обороты. Многие думают, что важна прибыль. Я хочу напомнить, что, я, я, думаю, ты эти цифры сейчас приведешь, что в результате этого объединения произошло, произошел минимально, я подчеркиваю, минимальный убыток в 3-4 миллиарда долларов. Потому что, мало того, что я выше сказал, что так не делаются все даже силовые переговоры, на переговоры не есть, так не делается объединение. В данном случае, в общем-то, по сути дела, грабится компания. Другого слова-то не назвать нельзя. Причем здесь нельзя выявить... Ну, поскольку каждый из сторон будет бросать в другую сторону, обязательно набрасывать дерьмо на вентилятор, нельзя выявить, кто это сделал первично. Потому что потеря сейчас капитализации, которая произошла, она колоссальная, она просто запредельная. Я уж не говорю про предыдущие скандалы, которые были до этого. То есть, с одной стороны, Керимов, с другой стороны, люди Кадырова. Это Крыша Wildberries, нет, или это нет. именно борьба за контроль над компанией? Понимаешь, в чем дело? Дело в том, что это достаточно примитивное такое мироощущение, когда есть некая какая-то мифологическая крыша. Ну, мы начали с 90-х. Я понимаю. 90 х, понимаем, 90 -х фун фун времени. фундаментально крыши поменялись. Если раньше, условно говоря, в чем разница между бандитами и крышами, которые существуют сейчас? А в основном это крыши силовые, то есть погонистые условно говоря, крыша брала тебя под контроль, но она решала многие проблемы, то сейчас такого подхода нет. И практически каждую из сделок отдельно, каждую инвестицию, из инвестиций, за каждой из инвестиций стоит какой-то силовой блок. И когда возникают проблемы либо невозврата, возникают проблемы, скажем так, управленческие или еще там, в том числе и политические, Каждая из этих группировок она не то, что берет под контроль, потому что тут что брать под контроль? Тут под контроль надо брать логистику, потому что то, чем сейчас э, ценен Wildberries, ну или вообще в целом маркетплейсы, они ценны своими по -по поставщиками и своими клиентами. Что тут можно взять? Сейчас клиенты мигрируют, и поставщики будут мигрировать на другие платформы. Благо таких платформ ВОЗ и Телега. А задача любой э, структуры силовой: получить оборот никого не интересует прибыль. Даже если компания жестоко убыточна, с этого можно снимать колоссальные деньги, причем десятилетиями. В целом, собственно говоря, российский бизнес этим очень славен. Поэтому каждая из сторон старается вернуть себе первое, ту толику контроля, которая у них была, и вернуть под себя, прижать большую часть денег, которая обращается в Wildberries. Вот и все. Ну, каждый из сторон, ты имеешь в виду Букальчуки или Нет, люди, которые стоят за ними? Букальчуки в данном случае, тут есть сходство с 90-ми, в лучшем случае они останутся членами наблюдательного совета за наблюдающими советами. Потому что, ну, это так, в 90-е был такой термин, растить кабанчика. В данном случае они как выступили, как один, так и второй в кабанчике, оба потеряют контроль. Они в лучшем случае будут получать хорошую зарплату, будут получать какие-нибудь почетные должности. Но реальный контроль, ну вот наиболее правильный с точки зрения, в кавычках правильный, с точки зрения, опять-таки, управленческой системы под названием Российское государство, передать это под контроль, э, ну, скажем, какой-нибудь финансовой группе, например, ВТБ. Как так вышло? Мне интересно, что была в себе уважаемая вполне себе компания, современный marketplace, и вдруг стала, в общем, ареной криминальных разборок. Ну, вот. это какая-то иллюзорность. Дело в том, что у денег есть три измерения, как минимум, на самом деле больше. Это время, объем и риск. Объем был высокий, риск был высокий, поэтому было понятно, что в какой момент это пойдет по другим управленческим канонам. Ведь то, что мы наблюдаем, вот эти наезды, это иной управленческий канон. То есть что такое бандитизм? Бандитизм, на самом деле, это всего лишь управленческая матрешка. Государство — это высшая управленческая матрешка, потом идет более низкие уровни, условно говоря, религиозности, национальности, бизнеса, семьи, ну и так далее. Ну вот в данном случае бандитизм — это где-то между бизнесом и, условно говоря, там, религией. Здесь как раз это идет на смеси. Это еще одна управленческая матрешка, которая вложена друг в друга. Все. Смотри, после перестрелки в офисе в Альбрес mm -hmm. Бакальчука задержали на 48 часов, не арестовали, а отпустили. Он благодарит за поддержку, свободу и даже за жизни Рамзана Кадырова. Вот Как ты считаешь, то есть Кадыров в открытую демонстрирует свое влияние. Почему в Кремле ему это разрешают делать? Как ты считаешь? Как ты это объясняешь? Потому что Кадыров нужен. Потому что Кадыров одна из Рамзан Ахматович — одна из частей этой, этой, этой схемы. Он не просто так управляет Чечней. Он не просто так... Ä, ну, то есть он знает свою силу. Именно поэтому там и, и держится Чечня, и кавказские регионы. Поэтому здесь ä, у Рамзана Ахматовича много, надо сказать, врагов. Вот, но по, там, в, в, в первую очередь в спецслужбах. Потому что как-то у него есть зарубы. Но в прямой конфликт с ним никто не вступает и вступать не будет. Но разве в Кремле не понимают, что таким образом они создают ощущение, что Кадырову можно все, что за ним реальная сила. Вот, например, Нового Пригожина они не боятся таким образом В лице, в лице, в лице Кадырова нет, не боятся. А у Рамзана Ахматовича Кадырова есть еще, в общем-то, хорошая черта достаточно. Он тоже понимает а, поляну. Он тоже понимает, куда он может влезть. Но Пригожин тоже сначала понимал. Нет, Пригожин просто переоценил возможности как-то своей своей армии. Все-таки у Пригожина была по чем у Кадырова, потому что у Пригожина было были бойцы, которые прошли там прям боевые столкновения. У них действительно самолеты, ракеты и все остальное. То есть если брать на чашу весов, условно, был бы жив. Пригожины брать в то есть музыкантов против кадыровцев, ну, я могу сказать, что боевой опыт у первых весьма-весьма недурен. Ну, то есть опасности вырасти нового Пригожина здесь нет? Не такой... в лице Кадырова. Нет. Есть, есть опасность других, но в лице Кадырова, по крайней мере, пока нет. А Он... в ком есть? А, ну, у нас достаточное количество вояк, которые были отстранены, от управления. То есть то, чего по, с точки зрения опять-таки управления по властью, которая последние годы, когда генералов, от, в том числе и имеющих отношение к там, боевым действиям, отстраняют и убирают в сторону. Когда сажают, это отлично. А вот когда их отстраняют и не, не выдают им какой-то как надел, как делается в феодализме. Вот это проблема. Ну, хорошо. Дим, а вообще вот эта история, когда с одной стороны миллиардер Керимов, а с другой mm. стороны люди Кадырова, mm. и, и, и потом это все заканчивается такими разборками, mm -hmm. это какой-то уникальный случай именно вокруг вот с или же это то, как делается крупный бизнес в 2024 году в России? Так не делается, потому что подобного рода разборки, еще как только они только начинались, я сразу сказал, что надо встретиться с Рамзаном соответственно, с господином Керимовым по-тихому, и договориться о том, как будет дальше развиваться, а потом просто выпустить пресс-релиз. Ведь задача каждой из этих команд получить наиболее боеспособный бизнес. Они могут договориться, например, управлять этим бизнесом или владеть этим бизнесом на долях, на определенных долях. Но при этом вот эти показательные выступления никому не нужны. Нужна высокая степень и капитализации, и оборотов. Нужно, чтобы оттуда не бежали клиенты. Нужно оттуда, чтобы, чтобы наоборот туда все прирастало. А сейчас это приносит прямые убытки. Ну видимо не получается договориться. Не в этом дело, просто а нет желания. К, к сожалению, вот в этом контексте как-то люди иногда да не, не иногда, а всегда поднимающиеся во власти, они по-прежнему остаются детьми. У нас многие как-то становятся на смертном отдыре остаются детьми там трехлетнего возраста, которые делят в песочнице э, лопатку, которая никому нафиг потом через пять минут после конфликта не нужна таких конфликтов он, я в Песочнице наблюдаю регулярно. Почему это лопатка, хотя тут рядом может лежать 10? Если посмотреть, что происходит mm. за последние несколько лет, далеко ходить не надо. Владелец магнита Галецкий продал свой бизнес. Mm -hmm. волыш основатель Яндекса, mm -hmm. уехал из России. Тиньков продал банк за копейки, уехал из страны. Mm -hmm. Татулова уже уехала. Mm -hmm. Основатели Рольфа, Петров, у него вообще забрали бизнес. Mm -hmm. Вот сейчас Бакальчук mm -hmm. под ударом. Это... Какой сигнал бизнесменам-то? Никак... Вообще не, не, не нужно, не становитесь крупными Нет. или вообще не занимаетесь бизнесом? Нет, никакого, или что, никакого сигнала, соблюдайте. это просто правила игры. Вы должны понимать, что, мы, тоже мы вот с тобой в этой студии обсуждали, в России давно сталь победила злато. В России будут заниматься бизнесом и завтра, и послезавтра. В Сомали тоже есть бизнес, есть просто правила игры. Там иногда отрезают голову э, и взрывают. Были правила игры такие же в 90-е. Сейчас правила игры, ну, достаточно, э, скажем так, э, э, миролюбивые. Можно, могут отжать бизнес, могут, соответственно, выдавить из страны. Но не взрывают же. И на том спасибо? Да. Правила игры. Так что в племя пятикантропов пяти оно по-другому по не действует. Но зато здесь можно зарабатывать много, быстро, можно построить огромный бизнес, который ты не построишь за рубежом, потому что... Я же говорю... Ну и потом его отдать. Да, да, конечно. Его ты можешь отдать, а можешь какое-то время... То есть это золотая клетка. Но весь список форпса российского — это золотая клетка. У нас же там перевели... У тебя даже в комментариях, когда появляется, у нас такой псевдолевизны там ВОЗ и Телега, что там, а вот они там наворовали и все остальное. Да кто наворовал-то, ребятки? Вы никак не понимаете первопричину. Первопричина, сначала создается схема, а потом туда подгоняются те, кто а, как бы у вас на фронт-энде являются олигархами. Ну, вы по-прежнему считаете, что... А главное истребить олигархов, что есть какой-то правильный олигарх. Ну, то есть, это как в анекдоте: мог бы в России появиться свой Илон Маск и создать Теслу, нет, его посадили бы еще за PayPal. Да, абсолютно верно. В России не будет никогда своих Илонов Масков. Именно по той самой причине. Еще раз: пойму, мы можем много чего, но правила игры они совершенно четкие. Ты можешь вырастить, и это бизнес, скорее всего, здесь хорошо работать, хорошо зарабатывать но по, на очень кор коротком промежутке времени. Давайте теперь поговорим про то, что Центробанк повысил ставку в очередной mm -hmm. раз, сейчас до 19%. Что это означает для бизнеса? Я правильно понимаю, что кредиты для бизнеса стали ну, невыгодны или, может быть, даже невозможны, кроме кредитов на текущие расходы? Там, на ну, кредиты не то, чтобы они стали невыгодны, не сейчас инвестиционная ну, деятельность невыгодна, про другое совершенно. А, кредиты были и дороже. Были дешевле. Кредиты, например, ну, если мы говорим о ставке Центробанка, там в Турции вообще на 42,5%, по депозитам 50% дают. Но а, Россия это... вошла в десятку стран десятку. самой высокой Да, абсолютно. Ставкой. Мы где-то там, да, по-моему, на шестом месяце, что ли. Вот. При этом, при всем, бизнес же работает, работает. Просто это все закладывается в конечную стоимость товара. А самое главное изменяется структура бизнеса. То есть вы э, в первую очередь развиваете быстрый бизнес, то есть нет долгосрочных инвестиций. Ты не можешь рассчитывать э, длинный э, инвестиционный цикл. Ну, то есть ты не можешь строить завод, пароход и так далее. Ты можешь реинновировать этот завод в лучшем случае. То есть, у тебя нет новых производств, нет новых производственных мощностей. Это количество структуру экономики. То есть ты разрабатываешь быстро. Плюс ко всему, высокая ставка приводит к тому, что невыгодно опять-таки вкладываться даже там, в их на депозит закинуть, в том числе и коммерческим э, структурам, и банкам, и предприятиям. Поэтому нет, деньги подъемные, но только они приводят к э, колечению экономики. Мы ее калечим прямо по, в, полный, в полный рост. Но, собственно говоря, э, при отсеченной голове по волосам не плачет. Кого это волнует? Смотри, инфляция растет, да. что будет с ценами дальше? Расти. И что будет дорожать сильнее всего? Ну, по нашим расчетам, по расчетам нашей группы, на следующий год инфляцию мы закладываем приблизительно 25-35%, потому что все, что касается обороны и безопасности, расходы растут. Компенсировать их, возможно, из нескольких источников, это в первую очередь печать денег, а это, соответственно, инфляция монетарное. второе это ошкуривание крупника, ну и мелкого бизнеса, в соответствии и э, людей, потому что это перекладывается на людей, ну и третье определенная девальвация рубля, но девальвация рубля в этом смысле не самая важная, скажем так, а, поэтому в общем-то да нет, все все хорошо, то есть это все в общем-то ну да все хорошо по прекрасной маркиза, ну что будет дорожать больше, в основном-то товары так повседневного спроса. Потому что вы быстрее возвращаете деньги государству. В, это, в этом смысле выгодно цены поднимать на потребительский товар. То есть, это, соответственно, борщевой набор, картошка, все остальное морковка и далее по списку. Одновременно с ростом mm -hmm. цен, с ростом инфляции, государство вводит все новые налоги, штрафы, сборы. Ну вот, можно взять этот пресловутый утилизационный сбор на автомобиле, коммуналка дорожает. Да. Почему власти не боятся разозлить население? Не боятся. Ведь это, же, это же, по сути, залезание в карман к людям. Условно. Почему они думают, что люди не будут возмущаться? Они могут хоть 300 раз возмущаться. Бо Базисом является: влияет ли население на, на власть? Никак оно не влияет. А, ну, то... ведь подожди, ага. есть же так называемый бунт пустых кастрюль. О, это, это до, все... до этого еще далеко. О, это даже не даже какой бунт был пустых кастрюль в стране, в которой расходы на оборону и силовиков растут. Кто будет бунтовать? Вернется около миллиона человек, которые прошли за ленточкой. Им нужно будет где-то зарабатывать деньги, им подкинуть деньги, и они пойдут в силовые структуры, и никакого бунта до пустых кастрюль не будет. Базисом является для того, чтобы возникали бунты пустых кастрюль, которые приводили к каким-то результатам, а не к смещению какого-нибудь мелкого чиновника в виде губернатора или там, чем будут пользоваться как раз политические группировки. Для этого нужен будет альтернативный доход. А если у тебя почти 70% людей получают деньги из той же самой распределительной системы под названием государство, какой бунт пустых кастрюль? Ну, где ты будешь жрать? Кто девушку танцует, тот ее и ночует. Все. Никаких иных вариантов. Поэтому все бунты пустых кастрюль закончились. Ключевым является, если нет частного предпринимательства, независимого бизнеса, мелкого, в первую очередь, нету лавочников, в, там хотя бы 60 процентов в доходах, хоть 300 раз. Эти люди где работают? В основном в ГБУ каком-нибудь, гбо и все остальное. Поэтому они получают деньги, они кормятся от государства. Первая буква там везде будет «государственная». А раз она государственная, ну, побухтят они ну на, на предприятии. А когда надо будет, условно говоря, поставить галочку и проголосить, их пригласят в кабинет, и они отдадут ключи от своего личного кабинета на госуслугах и прогласят, как им положено. Так что люди сами. То есть ничего не смущает. Нет, скажем, абсолютно так, ничего людей. не смущает. Не рост цен, не рост там штрафов. Нет, оно смущает, они могут бухтеть, но опять-таки это феодализм. Ты приписан феодалу, ну побухтел на ты. На кухне. Да и можно, ну да, даже можешь не на кухне. Ты даже можешь там в своем муниципальном учреждении даже как-то побузить первые пять минут даже можешь с руководителем это, и даже он с тобой будет согласен. А потом он выйдет, скажет, родной, а ты куда пойдешь работать? Ну, ты где? У тебя что, есть э, место работы? Ну, на место гастарбайтеров ты можешь пойти. Ты сейчас там сидишь с начальником какого-нибудь отдела, там, например, там в образовательном учреждении, в полиции или еще где-то в медицинском учреждении. Ты можешь протестовать в рамках э, своего, своих полномочий. И такое, кстати, происходит. То есть на местах есть такой, такой протест, но это в рамках такой итальянской забастовки. То есть, когда люди не, не исполняют всякую гадость. Я могу сказать, что достаточное количество людей, понимающих, что их начальники как-то не, не в адеквате и они разваливают страну, в общем-то, не исполняют многие мерзкие приказы, указы, которые спускаются. Такое происходит. За что им большое человеческое спасибо. Давай поговорим про ситуацию на фронте. Вот уже почти два месяца прошло после внезапного вторжения ВСУ в Курск, в Курскую область. Почему за это время никто из российских чиновников или военных не наказан? Не должен быть. Ну, в, в, в системе феодального управления нельзя наказывать публичным, потому что как раз это будет приведет к расколу элит. Нет. Ты можешь пожурить, ты можешь поменять людей местами, но ни при каких обстоятельствах а, не наказывает. Это с точки зрения управленческих технологий все делается правильно. Потому что как только ты начнешь вот этот раздрай, тут тебя и сожрут. То есть если бы, условно говоря, первым лицом был бы я, я бы даже, ну, то есть, а, там, мне не нравится там Вася, Петя, Коля, я бы, ну, условно говоря, там, перевел бы на другую должность, поменял бы, но синекуру бы сохранял ни при каких обстоятельствах. Феодализм. А что ты ждешь от нового министра обороны, экономиста белорусова, Вот каких-то реальных результатов в кампании по борьбе с коррупцией в армии? Нет. Или просто будут громкие посадки бывших чиновников, и эти, на этом все остановится? Я же жду, то есть я понимаю, ну поскольку я говорил с Андреем Ремчем, неоднократно встречался, я понимаю, что он более, более технократичен, он более последовательно его аппарат в процессе работы. А, другое дело, что то, что я вижу, поскольку он пришел в чужой аппарат, он другой. То есть э, там мы сейчас сможем обсуждать, как принимает Андрей Ремович э, работу и как он вообще работает, но э, ему не удастся реализовать даже те подходы, которые он делал раньше, потому что Министерство обороны это далеко не его, не его вотчина, и его там не воспринимают как равного а это фундаментально важно, потому что ты приходишь, по сути дела, в чужой курятник. В чужом курятнике каков ты не был бы, какие у тебя полномочия не было. Либо ты сворачиваешь всем петухам шею, либо ты, соответственно, сам становишься на их место. Вот сейчас некоторые фигуранты дела коррупции, например, да mm -hmm. и другие заключенные дружно подписывают контракты с Минобороны и отправляются на фронт. Сейчас это можно сделать даже из-под следствия и дело закроют. Mm -hmm. Вот Властям это зачем? Это, это что означает? Это говорит о том, что нехватка людей mm -hmm. на фронте, mm -hmm. или таким образом, государство пытается избежать э, мобилизации дополнительной mm -hmm. и не хочет отправлять срочников э, в горячую точки? Ни первое, не второе. Государство в открытую в, в, показывает вам класс, классовую сущность общества. То есть тебе в, в открытую э, говорят, что тебя могут переместить в другой класс. Легким движением руки. Это про другой абсолютно. То есть, как, где бы ты ни был, в каким бы чиновником ни был, у тебя есть в любой раз элемент, когда ты падаешь на несколько уровней выше. Вчера ты был мини замминистра обороны, а сегодня ты идешь в окопы э, к какому-нибудь сержантишку в, э, под наем, причем он тебя может обнулить прямо здесь, и ничего ему за это не будет. Это обычная система класса децимация раньше, так проводилась. Нет, но ну, также можно и в тюрьме, собственно, но, здесь, здесь ну, та по, же история. А здесь возможно, именно, именно тюре... создается возможность дополнительная, чтобы пойти на фронт, чтобы люди эти пошли но, на это, фронт. Это, не это нев... для чего? Это ну в разнице между тюрьмой и условно говоря там фронтом не будет очень сильно большая для тебя, потому что ты попадаешь опять-таки в систему координат простого сержанта, как он решит, такова твоя жизнь не будет. Твоя жизнь в эту секунду, как в американских фильмах, не стоит ничего. Твоя задница начинает принадлежать ему. И он с этой задницей может сделать все, что угодно. Ну, то есть это не для того, чтобы избежать нет. масштабной мобилизации или чтобы срочников не Мобилизацию, отправлять Мобилизацию, нет, точки. это, я же говорю, это не, не то, не, не, первое, не второе. Это именно для того, чтобы проводить деклассацию любого человека. Собственно говоря, статус иноагента — это про деклассацию, это не про то, чтобы избежать переворотов там или какой-то оппозиции, не дай боже, она куда-то там выйдет, там на какие-то площади, какие-то люди там, людишки там, они придут к власти. Полная фигня. Обычная деклассация. Кто был никем, тут станет всем. Кто был всем, тут не станет никем. Что поменялось с 2017 -го года? Ну, то есть да. это все-таки возврат туда, в прошлое. Конечно, конечно. Почему-то все обсуждают 90-е. 90-е, да, а это, это 17-е. 17 Собственно говоря, когда даже в художественных фильмах большая часть революционеров — это, извините, обычные бандиты, которые приходили под лозунгами, что они за там, трудовой народ просто обирали, там, убивали, спускали под лед промышленников, предпринимателей, купцов, тех, кто более заработал, это все. А лозунги там были, поэтому это... Мы бегаем по этим кораблям уже больше ста лет. Что у ну, нас? Как-то даже просто меняются навесочки. Маркетинг меняется. Под каким лозунгом? И согласись, в общем-то, времена менее людоедские. Под, под реку не спускают. Ну, в лучшем случае посадят. Да, могут посадить пожизненно, и ты никогда оттуда не выйдешь. Но живот не вспорят. Твоей семье голову не отрежут при всех. Практически, надо сказать, счастье наступило. А чем этот виток закончится, как ты считаешь? Вот ты говоришь, мы бегаем уже столько. По, по граблям, мы скорость, скорость беготни увеличили по граблям. Обычно, ну, если мы даже с тобой пойдем по каким-то аналогиям, по вот этому циклу, ну, следующей итерации я об этом писал, это военная хунта, а военная хунта это mm -hmm. протодемократия. Ну, это действительно протодемократия. Другое дело, что она, многие думают, ну, я периодически какие-то паблики почитываю, там, «Прекрасная Россия будущего» она будет, россия это будущего будет, только она вам сильно не понравится, и вы будете вспоминать нынешнюю Россию с еще определенным восторгом. По причине того, что когда есть... Что такое теория стационарного бандита? Это, кстати, экономическая теория там, одного из американских профессоров. Ведь теория стационарного бандита, она звучит достаточно просто. Да, я вас граблю, но я вас граблю один. И лучше... Это хорошо отражено в фильме «Быстрый, но мертвый» по сути дела, шериф-то там говорил, что, ребят, да, я управляю этим городом, да, я вас граблю, но вы нанимаете каких-то стрелков, и да, вас будет грабить много. И вот следующий итерация, вас будет грабить много. Это не будет там, они не будут бороться за какой то они просто поделят э, власть по кускам. Будет 3-4 группировки, которые это все поделят. Ну, Кому да. это понравится? Тем, кто как это мнит, что когда уйдет этот режим, появятся возможности. Вы пулемет сначала научитесь разбирать, перебирать, там, стрелять по людям, и тогда вы говорите, вот тогда у вас появятся возможности. А ваши там всякие а, интеллигентские штучки, ну, ребята, вы же не те, как Пилио Макаревич, вы же интеллигентные, вы же в людей стрелять не станете. Если у вас такого навыка нет, с крокодилами вы так, от того, что уйдет главный крокодил, другие крокодилы-то останутся. Поэтому не, не обманываю, огромная просьба. Не, не обманывайте людей, не тешьте их э, дурацкими иллюзиями. Потому что тем, что вы занимаетесь, вы занимаетесь э, абсолютным не только обманом, но самое главное, что люди, э, э, вталкивая себе в вену вот эту прекрасную Россию будущего, живут э, иллюзиями, которые никогда не сбудутся. А когда эти иллюзии будут разрушены, в очень коротком промежутке времени, вы-то, как говорится, свой, свою копеечку с э, подобного рода лохов-то поснимаете. И уже даже может быть уберете. А вот этим людям-то как-то в России будущего жить. И было бы лучше, чтобы они знали уже сегодня, сейчас эту реальность. Ну как-то совсем стал пессимистичным. Нет, я не пессимистичный, я просто не, я мне не нравится обма, самообман людей. В той России будущего, в условной, в ней тоже можно жить. Она даже далека от Сомали, и она, в общем-то, ну, условно демократична. И более того, часть людей, которые вот сейчас занимаются самообманом, там найдут свое место. У них просто вариантов не будет. Потому что они здесь живут, они не уехавшие, там, не уехавших там, 100 человек за границей, которые там какую то розовые сопли размазывают по стенке и ездят чесом по странам и континентам. Вот. Они будут в этой системе работать. Просто правила будут несколько другие. Лучше, чтобы эти люди были готовы к ним сегодня и сейчас, это был будет, будет честный подход. Ну, собственно говоря, я его просто исповедую. А обманывать людей у меня нет такой возможности. Возвращаясь к mm -hmm. ситуации на фронте, смотри, выплаты за участие в боевых действиях mm -hmm. сейчас равны зарплате за несколько лет для mm -hmm. жителей некоторых регионов. Траты на э Оборону и нас, безопасность, так называемые там триллионы, оцениваются в триллионы рублей. Угу. Вот мы сейчас что делаем? Прожигаем, проедаем будущее. наше состояние, Нет. да, наше будущее. будущее. Или все-таки, если только с экономической точки зрения говорить, в этом есть некий экономический эффект? Ну, эффект экономический минимальный, но в целом мы проедаем будущее. То есть если говорить о... Ну, дефицит бюджета из года в год. Мы его накапливаем. То есть дефицит бюджета прошлого года будет дефицит бюджета этого года, будет дефицит бюджета следующего года. То есть это накаплив, накопленный эффект. И задача в том числе нашей геронтократии, чтобы все проблемы свалились на будущее, то есть на будущее поколение. Им всем многим там 75, там, близко, но они под, под 80. Еще лет 7 они смогут протянуть. Их задача за, чтобы проблемы свалились на ну, условно горе, либо когда они будут в деменции им будет все равно они будут слюни пускать. Либо, соответственно, ну, это нужно лет 5, как минимум 5-7 лет. Ну, вот. с внешним уровнем медицины это может быть и гораздо дольше. Ну, сложно сказать. Они, они находятся в высочайшей степени стресса. Так, я бы так не был бы столь оптимистичен. Они живут вот в своей системе координации среди крокодилов. Их задача не выпустить, чтобы соседний крокодил их не перекусил им горло. Вот задача, собственно говоря, по Павайлбейт, чтобы Керимов не зарубился с Кадыром, а чтобы договорились, а попили. В каких долях, ну это уже второй вопрос. Вот на этой неделе изменили ядерную доктрину России, теперь Россия может применить ядерное оружие к любой стране, даже не ядерной, если за ней стоит ядерная держава. Вот это, это как расцениваешь ты лично? Это все-таки риторика такая агрессивная, не знаю, последняя стадия? Или действительно могут применить и готовы применить? Mm -hmm. Исходя из того, что по западные страны проводят учения, пересматривают свои доктрины, под эвакуационную модель, в том числе там погибших, ну, это серьезные изменения. Я думаю, что как часы, часы ядерного апокалипсиса близки к 12. Другое дело, что применяющим это невыгодно, по большому счету. То есть России не... это невыгодно? Ну, потому что не будет никакого ядерного удара, который не отразится на России. Ну, такого не бывает. Это не вопрос даже ответки, потому что мы Фукусима показал, показала Чернобыль, что ты не можешь нанести ядерный удар, который остается только на той территории. Роза ветров ни никуда не отменяется, законы физики никуда не отменяются, радиоактивное загрязнение пойдет по России гулять только в путь. То есть ты, нанеся удар даже ограниченным там ядерным а, оружием, по условной по условной Украине или где-то по территории Украины ты точно, во-первых, ты убьешь своих достаточно много, вот, а во-вторых, ты загрязнишь эту территорию, которая будет потом непригодна для жизни еще многие десятилетия. Совсем причем ты загрязнишь свою территорию, а не чужую. Ну, то есть, это больше как риторика идет. Это переговорный процесс. Это предмет, то есть просто ставки повышаются. Предмет торга просто. Ну, насчет повышаться, не повышаться. Давайте будем честны: что без изменений ядерной доктрины Россия не могла применить ядерное оружие да легко. Это вопрос решения главнокомандующего. Если главнокомандующий принимает подобного рода решение, есть это в ядерной доктрине, нет это в ядерной доктрине, приказ будет исполнен. Вопрос, будет ли он исполнен в реальности, это второй вопрос. Вот если предположить, не дай бог, не дай бог, но все-таки это произойдет в реальности и решаться применить, то что в ответ? какой-то последует ответ аналогичный или просто жесточайшие санкции да, и, да, все никаких жесточайших. Все равно будут все торговать, будут работать, мир, мир глобализован. Ну, то есть ядерным на ядерный удар не ответят? Может быть, считаешь? ответ и будет, но очень слабый, потому что, насколько я понимаю, по, Ключевая, ключевая проблема по, как раз европейского ВПК и европейских вооруженных сил, что такого рода эскалации они были не готовы. Производить оружие, да, Тренироваться, да, но военных конфликтов подобного рода масштабов европейские вооруженные силы давно не вели и не ведут и вряд ли будут вести. Поэтому на сегодняшний день есть только две боеспособные армии, это армия России и армия Украины. Еще из новостей. Недавно ФБК, фонд по борьбе с коррупцией, обвинил Леонида Невзлина, бывшего совладельца ЮКОСа, в нападении на mm -hmm. Леонида Волкова и других оппозиционеров. И вот тут вот мнения разделились. Одни говорят, этого не может быть, потому mm -hmm. что ну, иначе Невзлин сошел с ума. Mm -hmm. А другие считают, что Невзлин родом из 90-х и прошел 90-е, mm -hmm. он всегда был таким. И все возможно. Mm -hmm. Ты лично как считаешь? Я, у меня нет. Ну, то есть, я, я, я не вижу смысла обсуждать, можно ли это было сделать или нельзя. Я считаю, что это можно было сделать, ну, чисто технологически, я имею в виду. Я не Мнедленно. Да, как, кому угодно, спецслужбам. Я не очень понимаю, зачем. Ну, то есть, у меня всегда там вот вся эта суета зачем? Предположим, произошел как это дай Бог всем здоровья, всем участникам этой сделки. Произошло устранение этого там, оппозиционера что дальше-то? Ну, на что это влияет? Предположим, там семья исчезла, то есть все, исчезло, исчез там, важное лицо. Похороны закончились, и что? Ну, на что это влияет? Ну, как-то, ну, роликов меньше сниматься будут? да ролики будут, ну, какое-то время, понятно, будет пик, потом будет более какой-то плавное. На что эти ролики влияют? Ну, я не знаю, там, российская власть вдруг ни с того ни с сего, расплакавшись, обмазав мордочку сопля, соплями говорит, да как же мы можем, да вот тут такой ролик вышел, а все, мы теперь там начинаем рулить по-другому. Ну нет, нет. Это определенный медийный продукт, определенный медиа медиахолдинг. То есть ты не веришь в том, что заказчиком я, мог я, я, я Для меня абсолютно все равно, является ли он заказчиком. То есть если это будет доказано судом, значит это ок. Дальше что? Опять-таки, как это влияет на Невзлина? Ключевой вопрос у меня про, про другое абсолютное. Я давно не понимаю, зачем люди с приличными деньгами, их там буквально 3-4, вообще вокруг себя собирают сбитых летчиков. Делают какие-то форумы. Ну, то есть это люди и финансируют там вот эти группы людей, которые какие-то ролики снимают. Ну, потому Послушай, что... Меня... а тебе вот не кажется, что вся вот эта компания направлена против Ходорковского на самом деле? Что главная цель именно Ходорковский, а не Невзлин даже? Михаил Борисович, это что это, да, как-то как -то ему повредит. Он в своем статусе, он как раз при деньгах, он как раз эту э, шайку-лейку многих хороводит, оплачивает. То есть э, даже те встречи, которые, ну, э, если бы у меня была с ним какая-то личная встреча, я бы задал вопрос, зачем? Вот нахрена ты вот этих собираешь вокруг себя? Чтобы что? Ты сам себя дискредитируешь. Ты э, человек в статусе, но у тебя есть какие-то какие там свои устремления. Но ну, ну, тема должна быть совершенно в другом. Надо работать с действующими политиками, причем европейскими, причем не в русскоязычной среде. То есть, если хочется поднять статус, если хочется как-то бороться с режимом, то основная там 99,9 прогрессе нужно входить в действующую там европейскую власть. То есть, нужно работать с действующими политиками, там неважно с какими партиями, серыми, бурыми, там зелеными, красными и всем остальным, а снимать ролики. Но это какая-то прям налет опять-таки, цыганного на водокачку. Вот есть мнение, что это война оппозиции, за влияние за рубежом. Да, нет. Вот никакого... за, за то, кто кого? главнее, за, за что? деньги Запада, например. Никто им этих денег не дает. Их, их спонсируют наши же парни. То есть, эта тусовочка она такая самовозбуждающаяся. Там нет никаких-то глобальных, то есть туда приезжают какие-то э, там зарубежные политики достаточно на уровне там сбитых летчиков или какого-то такого, но ну, уровня очень невысокого. То есть либо бывшие, либо действующие, но вот точно не э, руководители фракции, скажем так, прямо вот лидеры-лидеры, которые в результате это принимают. Да, они дают трибуну выступать, потому что у них там демократия, у них там зачастую там козу можно вывести в, в Бундестаг или в ООН выступить. Другое дело, что на что это влияет? Потому что есть Точно так же, как в любой политике, есть те, кто принимает решения. У нас есть там, даже вот если мы возьмем «Единая Россия», не каждый член «Единой России», вынеся какой-то законопроект или что-то, это понятно, потому что законопроект докуда-то доживет. Потому что все знают, что есть, условно говоря, там 3-4 мастодонта, через которые, там, условно, крашенинников, через которых нужно протаскивать законопроект, и тогда от того, что у тебя корочка «Единой России», ты можешь медленно где-то там проворачивать. Потому что есть статус о рангах. И там точно такая же история. В Бундестаге ты должен быть в статусе орангов. И с этими людьми надо работать. Это так называемая целевая аудитория. Это так называемые ломы. И за те десятилетия, которые происходят, я не видел ни одной подвижки, именно не вот опять-таки не выступления в Бундестаге или там в ООН. Вот там дали трибуны. И чё? И чё? Вот там недавно опять-таки собрались в ООН и высказали ноту протеста против там как как мне кажется. Ну и что? Дальше что? Ну, если вы не подписываете расходные ведомости, выпишите 128-ю ноту протеста. И вот, на мой взгляд, за те десятилетия, то есть я не понимаю, что там делить. А для чего тогда, как ты считаешь, ФБК выпустил это расследование? А потому что они не могут не упускать. Это такой между собойчик. Все варятся в очень узком, в узком кругу, который ни на что не влияет. Но опять-таки говорю, что это, там эти ролики посмотрел какой-нибудь губернатор и вышел, сказал, все, больше так не могу, ухожу и ломаю подкидную доску, покидаю большой спор. Да нет. Точно так же в, в отчетах ВСО эти ролики там транскрибируются, они выкладываются, смотрится какая-то какая фактура. Но, но система управления, она как это, боржа российского управления идет одним курсом, а это совершенно про другое. Вообще вещи непересекаемые. То есть вещи, которые ну, одна на другое не влияет. А тебе не кажется, что вот из-за этих разборок оппозиция, которая за рубежом... маргинализировалась очень а, давно? Нет, они ну, теряют вообще даже остатки влияния на людей, они которые Они никакого влияния здесь. не были, и они давным-давно превратились в маргиналов. К сожалению, онибо им... карикатура Ёлкина российская оппозиция это штурмует Кремль, где, соответственно, там ее все знают, ее нужно просто в заставку поставить. Она настолько актуальна. Потому что люди не отдупляют от, от повестки. Работать нужно только с лицами, принимающими решения. Сняя то, то что вы там, собираете донаты, там, еще какие-то. Это все замечательно для конкретных семей, там, ну, например, для политических заключенных, у которых не хватает денег на грех, не хватает денег, соответственно, на адвокатов. И это правда, позволит им ну, чуть дольше просидеть, потому что здоровье у всех не, не стальное. И в российских застенках ты скорее ласты склеишь просто из-за того, что у тебя здоровье дурное все. Но это такая, это как-то, ну, при отсеченной голове, опять-таки, по волосам не плачет. Поэтому она давно уже маргинализировалась, она сама себя маргинализировала. В том про, проблема, что ни управлению внутренней политики, ни пятому управлению, ни АПшке не надо вообще ничего предпринимать, никаких действий. Не надо никаких агентов засылать чего-то. Настолько люди не готовы работать именно в оппозиционной оппозиции, это люди, борющиеся за власть. И оппозиция находится здесь, в действующих партиях. Многие в структурах власти. Другое дело, что это оппозиция не того толка, что надо выйти там, заорать банду Ельцина под слух. А те, которые медленными, вот такими малепущенными шажками что-то, соответственно, изменяют в структуре власти. Но такой тонкой работы кто будет делать? Давай теперь поговорим про власть. Давай. Вот смотри, принимаются новые законы. Например, против Child Free вот сейчас э, инициируют. То есть получается, что власти уже полезли в личную жизнь граждан. Mm, практически полезно. в постель гражданам. Вот это все для чего? Для того, чтобы отвлечь внимание от других более серьезных проблем? Mm. Или это такой тренд, не знаю, борьба за нравственность? Это mm, уже нет, это просто, просто система как-то должна чуть-чуть производить какой-то какой шум. Вот она производит. Ну, давай так. Приняли закон о child-free. Сказали, что за это расстрел, повешение, четвертование, причем последовательность в любом по каком. На что это повлияет? Вот, например, Вася, Петя, там, Маша child-free. Они просто не будут писать, что они child-free, они просто не будут рожать детей. Честь им и хвала и замечательно, ребятки, живите долго и счастливо. Все. Завтра штрафы будут штрафы, подожди, ведут Они не могут, гигантские. потому что если ты об этом не не заявил, то это твое внутреннее убеждение mm -hmm. или ты там его делишься на каких-то там тусовках и тебе про тебя там никто не стуканул, ну mm -hmm. и не рожаешь детей, там перевязал ты себе канатики или там, соответственно, mm -hmm. и живи так долго и счастливо. Хочешь ты там быть кататься на лошадках, соответственно, вот хобби-хорсингом заниматься, занимайся. Хочешь быть квадробобером? Да ради бога. Чем бы, дитя не те... да, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками. Все, это не вопрос. Каждый сходит с ума по-своему. То есть ты просто такое сотрясание воздуха, Нормально, на самом абсолютно. деле ни о чем. Почему ни о чем? Ты за это получаешь зарплату. Прикинь, как классно. Ты сидишь, у тебя зарплата, тачка по... Офис в центре. И тут какие-то долбодятлы, там изображая себя собачек, говорят, что у нас есть объединение. Ты говоришь... О, тут надо было что-то думать, выдумать, а теперь ты. Указ! Запрещаем всех там играющих в собачек. Делать нихрена не надо, а у тебя 450 косарей упало в карман, а там Мерин под Ну, заметьте, ну как это классно. Да. Хорошо. Каких еще интересных инициатив ты ожидаешь от властей этой осенью, они будут, зимой? Они будут наблюдать за публичным пространством и везде, где будут появляться какие-то какие-то всполохи, которые для власти безопасны, они будут их типа, типа на них реагировать, как на запрос общества. Им на, правде, на, правде, на, на, самом деле очень скучно. Им правда скучно. Им же, ну, мне скучно без, им нечем заняться. Они поэтому, в общем-то, поле, поле их влияния, в общем, в чем проблема российского системы управления и власти, она, она слишком раскормлена. То есть мы являемся слугами там даже не, не трех господ, а там, может, пяти-десяти. За нами наблюдает такое количество, а тем более за публичными личностями, такое количество людей, которые каждый хочет там либо гасануть, либо поднять, либо там что-то еще сделать. Это для них очень тяжело, что у нас хлопов становится все меньше. Это правда, мы дохнем. И тут они, конечно, контрпродуктивны, потому что им по-хорошему надо было бы, наоборот, нас подращивать, скажем так, но к такой системе координат они не способны работать. Они см смотрят за нашей активностью, ну и дальше выпускают указы, приказы, наделяют нас статусами, лишают каких-то статусов, ну и так далее. шаг. И в заключение, Дима, у меня к тебе вопрос как экономисту и предпринимателю. Какой сейчас лучший способ сохранить свои сбережения, у кого они есть? вложить в доллары, биткоины, положить в банк под высокий процент, не знаю, автомобиль купить, пока вот этот сбор не ввели? Нет, ну автомобиль, конечно, покупать самые бестолковые, стоит, только если он вам нужен. Но сегодня фэмили-офисы, с которыми я работаю, я есть какие-то российские накопления, я им рекомендую работать депозитами 3-6 месячными. Потому что это наиболее правильно пока в краткосрочной То есть на 3-6 месяцев, 3 положить месяцев да, вот, да, Револьверно револьвер дождаться, когда сейчас повысится еще чуть-чуть ставка. А ставка может сейчас выскочить за там, 20%, 21%, 23%. Поэтому сейчас коротко, короткими депозитами, не, 100, не больше шести месяцев, потому что динамика будет меняться, ставку надо поднимать, инфляцию нужно разгонять, деньги нужно печатать, налоги нужно поднимать. Значит, кладем деньги под процент месяц, да, на, на 6 месяцев, доллары покупаем, не покупаем. Пока нет, пока ну, нет в этом смысла, потому что потенциальный рост курса доллара с, по сравнению с доходностью, которую вы можете получить на депозите, депозит выше. Hmm. Биткоины? Они... Сейчас как раз идет несколько так называемых криптобирж, а скамились, то бишь, попросту говоря, сняли не процент, а убежали с деньгами владельцев. Поэтому я это многократно произносил и произнесу еще раз. Если вы являетесь криптоэнтузиастом, как я, то вы можете жертвовать, соответственно, деньги, вы можете ими оперировать. Но с точки зрения накопления никогда их не использовать. Потому что денежные средства, в данном случае частные деньги, должны быть платежным средством, а не средством накопления. А что по поводу недвижимости? Вот что О -о -о. будет с ценами на квартиры? Они будут дорожать или дешеветь после отмены льготной ипотеки и повышения ставки? И что покупать, продавать, ждать? Ну, продать сейчас невозможно, потому что сейчас недвижка встала, сейчас выросла колоссальная аренда, ну, то есть это процентов на 20 аренда, потому что те, кто потенциально э, сравнивали, э, раньше была стратегия, я буду, например, э, ну платеж по ипотеке и э, аренда были близки друг к другу, сейчас это не так, э, поэтому сейчас аренда э, вы выгодна, но я бы сказал, бы, что покупать квартиру сейчас бессмысленно, падать в цене она не будет. Рынок недвижимости охлаждается очень долго. Достаточно посмотреть на всякие Армении, Грузии и же с ними. Ну, то есть страны бывшего СНГ и СССР, которые сейчас а, получили всплеск роста цен на недвижимость, рынок, а, при том, что это было уже два года, а, рынок до сих пор не охладился. Рынок а, недвижимости охлаждается ну, в диапазоне 5-7 лет. Так что цены падать не будут. Реальные сделки за кэш, ну, условно говоря, за, за живые деньги, ну, будут минус 10-15%. То есть если вам приехал человек с чемоданом на ол, конечно, продавайте. А так, в основном, поскольку сделки 9 из 10 были всегда ипотечными, вы сейчас фиг что продадите. Сейчас рыб. А покупать время? Нет. Нет. Если у вас нет необходимости улучшить жилищные условия, то не входите в эти проекты. Ждать. Да. То ну. есть цены будут выше? Ну, цены будут они будут стабилизированы, они не будут проседать. То есть они не будут расти и не падать. Они на плату выйдут. Проседать они будут очень, ну там, А в... чего тогда ждать? А опять-таки, если у тебя с жилищными условиями mm -hmm. только. Я вообще не очень понимаю слово, недо... Недо... как инвестиции в недвижимость в России это какая-то странная вещь, потому что это вранье. Потому что нет никаких инвестиций в недвижимость в России. Посчитайте с... цену в недвижимости в долларах, и какие, какие доходности вы якобы получили. Тут же все эти, все эти персонажи от development начинают съезжать. Но мы же в России. Uh -huh. Я говорю: да, мы в России, но мы опериру, можем оперировать в России, не запрещены валютные операции. Поэтому мы работаем в России и с долларом, и с рублем. И вот в долларах инвестиции в недвижимость это убыточная абсолютная вещь. Это был Дмитрий Потапенко я, мариана Минскер. А вы держитесь и подписывайтесь на телеграм-канал RTVI там много важного.